Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. 18 декабря – Савин день. В старину на Савин день хозяева могли определить погоду на улице по огню в печи. Если пламя красное, а дрова громко потрескивают, значит на улице сильный мороз. Выйдя во двор, смотрели на дым. Если он столбом поднимался вверх, ожидай мороз. Если стлался по земле, будь потеплению. Если белки в лесу оставили деревья и резвятся на земле, будь теплу. Поющие снегири на Савин день предвещают скорую снежную вьюгу и плохие дороги. Снег подтаивает неравномерно, жди оттепели. Если на Саву в доме умирает человек, жди еще покойника в течение года. Женщина на сносях не должна на Савин день мыть голову, чтобы была хорошая память у ребенка. На Савин день было принято ходить в сваты. Считалось, что сосватавший невесту в этот день обеспечит счастье молодым на все годы совместной жизни. Вот такие чудесные традиции и приметы существуют в этот день. Надеюсь, вам была интересна и полезна эта информация. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Ну а я желаю вам мира, добра и счастья. А за главное, верьте в мечту. Мечты сбываются, и ваша мечта сбудется обязательно. А с вами была я, ваша Светлана Веда. Пока-пока!